Алина Загитова рассказала о самокритике и мотивации, а также поблагодарила фанатов за любовь. Даже когда я хорошо откатала программу, я анализирую, что можно сделать еще. Всегда есть к чему стремиться. Я всегда говорю, что это не мой идеал. Это придает мотивацию. Если бы не мотивация, то после Олимпиады я бы ничего не выиграла. В тот момент я стала лениться, но переборола это в себе и стала чемпионкой мира. У меня многие спрашивают, откуда я беру эту мотивацию. Ну, во-первых, нужно кататься с удовольствием. Фигурное катание должно быть у тебя в сердце. Ты должна этим жить, иначе ничего не получится. Я не сразу стала олимпийской чемпионкой. Перед моим приходом в группу Катери Тутберидзе я заняла 25 место из 29 на соревнованиях. У многих опустились бы руки, и меня тоже расстроил тот результат. Но я люблю фигурное катание, и я попросил у мамы поехать к Катери Георгиевне. Возможно, она и была на тот момент моей мотивацией. Вообще можно добиться всего, если тебе нравится то, чем ты занимаешься, и выкладываешься на все 100%. Наверное, все знают, что я не хотела ехать на чемпионат мира, но это не потому, что я просто капризничала. Нет, я не хотела опозорить Россию. Но мне стали писать мои фанаты, что приедут поддержать меня. Это дало мне толчок. Я поехала и победила. Хочу сказать спасибо своим поклонникам. Они у меня самые лучшие. Без них я бы не достигла всего, что у меня есть.